Добро пожаловать на канал интернет-магазина «Планета Страйкбола». Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Сертифицированное пиротехническое изделие развлекательного назначения – страйкбольная граната AFG-4 производства компании Tag Innovation. Имеет желто-черного цвета корпус, пластиковый запал и предохранительную скобу черного цвета, а также активную чеку. Перед использованием следует ознакомиться с инструкцией на корпусе изделия. Страйкбольная граната AFG-4 от компании Tag In является копией светошумовой гранаты CTS-7290M, до настоящего времени состоящей на вооружении правоохранительных органов США. Страйкбольная граната является сертифицированным пиротехническим изделием развлекательного назначения и предназначена для условного поражения участников страйкбольных игр, находящихся в здании, за укрытием или в складках местности. Будьте аккуратны и осторожны, поскольку применять страйкбольную гранату AFG-4 надлежит только на территории специализированных полигонов для военно-тактических игр при наличии индивидуальных средств защиты глаз у всех участников мероприятия. Без предварительной подготовки у меня получилось метнуть данную гранату на 27 метров. Страйкбольная граната весит 85 граммов, ее длина составляет 115 миллиметров, диаметр корпуса 40 миллиметров, максимальная ширина общей конструкции 55 миллиметров. Габариты страйкбольной гранаты позволяют размещать данное изделие как в специальных гранатных подсумках, так и просто закреплять на снаряжении. Корпус страйкбольной гранаты имеет цилиндрическую форму, стенки выполнены из картона, дно и верхняя часть из пенополиуретана желтого цвета. Сверху на горловине корпуса расположены черного цвета пластиковый запал и пластиковая предохранительная скоба. Скоба удерживается при помощи металлической чеки. Тип инициации – активная чека, наполнитель – цельный горох, пиротехнический элемент – аналог 4-го Корсара. Таким образом, страйкбольная граната AFG-4 не имеет своей конструкции травмоопасных составляющих. Уверенное условное поражение целей достигается на дистанции до 8 метров, а максимальный радиус разлета условно поражающих элементов составляет до 20 метров. Время работы замедлителя от 2 до 2,5 секунд. Главными особенностями представленной страйкбольной гранаты являются ее компактные габариты, а также аналогичные боевым гранатам узлы и их работа. Активная чека на страйкбольной гранате повышает ее безопасность до применения, поскольку вероятность случайной инициации сведена к минимуму. Корпус гранаты имеет цилиндрическую форму, что позволяет более надежно удерживать ее в руке. Одновременно с этим AFG-4 имеет конструкцию, интуитивно понятную лицам, имеющим хотя бы базовые знания в области обращения с игровой пиротехникой. А расположение предохранительной скобы и кольца предохранительной скобы обеспечивают уверенную, комфортную инициацию запала. Для того, чтобы инициировать пиротехнический элемент в страйкбольной гранате AFG-4, достаточно крепко удерживая корпус гранаты в одной руке, пальцами второй разогнуть усики чеки, отщелкнуть с фиксатора кольцо предохранительной скобы, вытянуть чеку за стальное кольцо и перед броском или во время броска страйкбольной гранаты отпустить предохранительную скобу, что активирует запал. И если предохранительная скоба отпущена перед броском, незамедлительно метнуть гранату в цель. Напомню, что замедлитель работает 2-2,5 секунды. В случае отказа изделия после инициации, то есть отсутствие хлопка после освобождения предохранительной скобы, во избежание травмы следует отбросить ее в сторону. А также, если после броска отсутствует имитационный эффект в виде громкого хлопка и разлета наполнителя, не следует подходить к изделию в течение 10 минут. Сообщите игротехническому персоналу мероприятия о несработке пиротехники.